Официальная часть празднования юбилея пожарной охраны проходила в музыкальном театре. 365 лет самоотверженного труда. Служба основана царем Алексеем Михайловичем. 30 апреля 1649 года был обнародован царский наказ о градском благочинии. Первый документ об организации профессиональной пожарной охраны. Сейчас пожарная служба самая оперативная в структуре МЧС России. Сотрудников поздравили чиновники и руководящий состав. По традиции пожарным желали сухих рукавов. Главное в этом деле – это люди. Люди, готовые прийти на помощь. Это особая служба. Это люди, которые порой долгое время томятся в ожидании готовности и как сжатая пружина разжимаются и спешат на помощь по зову беды. Так уж повелось, что на Руси всегда особым уважением пользовались защитники, пользовались те, кто в любую минуту готов прийти на помощь людям.